Привет! Сегодня хочу представить вашему вниманию такой аппарат. Завалялся, короче, без дела. Аппарат с кучей недостатков, но тем не менее живой. Вот, и хочу вам показать, в чем заключаются его косяки. Значит, внешний аппарат в идеальном состоянии. Вот даже комплектик не вскрытый. Ну, комплектик, только инструкция и пульт управления. Значит, коробка. Значит, что с ним не так? По порядку. Первое. На крышке есть вот такая вот трещина. Без потери фрагментов, но тем не менее. Так. Второй косяк. На крышке вот здесь должны быть крепления, которые вставляются вот в эти места. Их тоже нет. В общем, нет. Вот от того, что невозможно вот так ее насадить и открыть. Возможно, где-то можно купить отдельно. Так, пока все это откладываю в сторону. Так, далее что? Далее включаю аппарат. Он переходит в режим стендбай. Значит, включаем теперь его основательно. Загорается дисплей. Так, начинаем с фано. Фано здесь не крутится. То есть, блин, стол, блин, не крутится, хотя сработка идет геркончика и автостоп работает. Полный автостоп. Например, мы завели, вот теоретически крутится, хоп, и возвратный механизм работает идеально и опускает. Так, дальше что у нас? Сама эта фигня не крутится, короче, так как и, собственно говоря, сам двигатель тоже не крутит. Здесь вот есть пасиковый привод. Вот переключалка, кстати, с фонокорректора и на линейный вход, и вот мотор с пасиком. Так. Вот он. Если снять пасик, мотор не крутится. Вот, а значит, это проблема номер три, наверное, уже получается. Так, что дальше? Верну-ка я мат назад. Мат такой модный, чистенький. Так, значит, переключаем функции. Переключение функции работает нормально. Переключаю на AUX. Радио, то есть все переключалки работают нормально, Bluetooth. Но с него нет нифига звука, ни с наушников, ни с линейного входа. Сзади тюльпаны, то есть звука с него не поступает. Хотя все проигрывается. Так. Сидюшку. Открывайся. Так, есть. Закрою. Так, вот MP3 диск он определил, он начинает его считывать. Это все ок. Так, ладно. Теперь USB. Флешка уже вставлена. Тоже без проблем ее считывает, начинает воспроизводить, то есть плеер работает. 570 композиций, первая пошла. Далее SD-карту, слот, то есть тут такое всеядное устройство кассетного. Только, ну, видеофона нет, который раньше в некоторых моделях присутствовал, как ни странно. Так, ну и, соответственно, фано снова. Вот. Был этот аппарат у клиента, и вот перестал в какой-то момент вот так вот работать, скажем так. Вот, значит, вроде все недостатки я его описал. Еще раз напомню, что внешне он, как бы вообще, вот вся эта фигня в идеальном состоянии. Вот. И, в общем, еще нужно на него, да, этот грузик нет, вот противовеса, точнее, противовеса нету. Вот такой аппарат.
сиротский. Сейчас на стоке. Так что, кого заинтересует из радиолюбителей, welcome. Всем пока. Подписывайтесь на канал и смотрите предыдущие видосики. До встречи.